Гаишник отец будет гаишника сына. Сынок, вставай, на работу пора. А сколько времени? 6:30. Так ведь рано еще. Какой рано? Они уже полчаса бесплатно ездят. Священник обратился к прихожанам с просьбой помочь в строительстве новой церкви. Неожиданно первой откликнулась известная всему городу проститутка. «Батюшка, я вношу 50 000 рублей». Батюшка ей: «Хотя мы и очень нуждаемся, я не могу принять эти грязные деньги». Из задних рядов раздается громкий мужской голос: «Берите, батюшка, ведь это наши деньги». Мать дочки: «Дочка, ты уже представляла, какой будет твоя свадьба?» «Да, мама. В ЗАГС мы помчимся на летающем лимузине. На свадьбе будет играть оркестр из роботов. А медовый месяц мы проведем на Марсе. А твое белое платье будет с длинными рукавами, завязанными сзади». Встретились на площадке два соседа. «Поздравляю вас, сосед! Я слышал, вы женились! Неужели даже у вас слышно? Ну и звукоизоляция!» Одесса. Муж с женой лежат в постели. «Сема, погладь мне плечо!» Супруг гладит: «А теперь мою грудь». Тот гладит: «Животик мне тоже погладь». Гладит: «Сема, ты прям как тюбик с зубной пастой». «Это почему? Я таки постоянно должна выдавливать из тебя супружеский долг». Была у атамана жена фригидная. Год ему не давала. Казаки перестали его уважать. Тогда атаман раздел жену догола, вывел ее во двор и говорит: «Аксинья, видит Бог, я не хотел. Видишь этих казаков?» «Вижу». «Вот теперь им рассказывай, что у тебя голова болит, и ты не хочешь».